21 сентября в Центральном парке культуры и отдыха в Кургане состоялся самый масштабный спортивный праздник «Кросс-нация-2014». В нем приняли участие порядка 2000 жителей региона разных возрастов. С приветственным словом в адрес тех, кто вышел на дистанцию, выступил начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев. Я вас поздравляю всех с этим событием. Желаю всем хорошего настроения, сильнейшим спортсменам побед на этих соревнованиях. Ну а простым физкультурникам еще раз получить удовлетворение от того, что вы в этот день уделили внимание себе, своему здоровью. Кросс-нация-2014 в Курганской области объявляю открытым. Первыми на старт вышли мальчики и девочки 2005 года рождения и младше. Для них подготовили дистанцию в один круг. Первое место в этом забеге занял Владимир Проскурин, которому вручили грамоту, медаль и почетный кубок от Министерства спорта Российской Федерации. Я пришел с настроением хорошим. Первый раз сюда прихожу, участвую. Как тебе далась эта дистанция? Тяжело было или нет? Ну, в конце я уже немножко подустал, но нормально. Затем соревновались более опытные спортсмены, которые не в первый раз принимают участие в подобных соревнованиях. Кросс-нации проходит ежегодно, и я лично, и мои студенты не пропустили практически ни одного мероприятия. То есть мы здесь сторожилы. Но сегодня поменьше народу, потому что здесь с аварией на воде, а так-то было бы студентов довольно-таки большое количество. Бежалось неплохо, правда, на последнем кругу ноги забились, но ничего, дотерпел, добежал, вот выиграл. Тренируюсь я уже 7-й год, так почти каждый год выступаю здесь. Также среди тех, кто принимал участие в марафоне, были первые лица правительства Курганской области. Я также посчитал необходимым принять участие в этих соревнованиях, стараясь не пропускать ни одной, и в лыжне России участвуем, и кросс-нации, и оранжевый мяч. Поэтому думаю, что все зауральцы, кто сегодня сюда пришел, получил хорошее настроение, заряд бодрости. Победителям и призерам соревнований в каждой группе вручили почетные грамоты, медали и кубки Министерства спорта России. Александр Мироненко, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».